близка, наверное, всем девушкам, которые находятся в этом зале. По клубам все ходите? Когда вы ходите в клубы? Тогда 50% из вас узнает себя. Оба. Вариантец. Привет. Ну, может, познакомимся? Вас как зовут? Анна Сарс. Анастас. Анастра. Оля. Очень приятно. Дима. Вы что, такая пьяная сегодня? Серьезно? Я, короче, сегодня защитила диссертик. Диссертацию. Деньги были, буханул что-то. А может вас угостить чем, а? О! Легко! Что предпочитаем? Вот ты меня подставляешь. Белли со сливками. То есть со сливками. Со сливом. Со сливками. О! Официант водки. Пожалуйста. Так, галантный. Может, это? Может, вас проводить? Вы где живете? На трещать стики. А поехали к себе? Поехали. Такси! Подожди. Я маме позвоню. Ой, мам, привет, да. Ну это Анастас. Оля. Нет. Ты че трезвая? Хочешь, я тебе ласточку покажу? Вот. Короче, мамуля, я сегодня домой ночевать не приду. Я, короче, пойду сегодня к подружке ночевать, хорошо? Ну, которая живет на Ну, рядом с нами живет, там за углом. Ну, мамочка, целуй, пока. Все, поехали? Чем займемся? Сделаешь мне кумилис? Отдам куда захочешь. Все, поехали, такси!